Всем привет, ребята! Сегодня пришла вот такая вот посылочка с краской. Здесь у нас должны быть баллончики, аэрозоли. Короче, просто краска. Кроме краски я больше ничего не заказывал. Давайте посмотрим, что нам положили. Фирменным ножиком распаковываем. Положили в коробку для 6 банок Montana Black. Очень прикольно. Хорошая коробочка, удобно будет брать краску на покрасок. То у меня было только по 4 банки и было удобно, но туда больше банок включается, короче. Так. Вот уплотнитель, то, что там 4 банки у нас нужно. Поэтому немного пустого места есть. Так. Отбросим в сторону. Запах уже такой пошел, мой любименький. О, там еще снизу чего-то мы положили. Короче, давайте, ладно, посмотрим. Первое. Это вот такая вот Montana Black. Новенькая, прям блестит. Короче, зеленого цвета вот такого. Кстати, он на камере немного другой. Не такой, как в жизни. На камере он более яркий и ядовитый. В жизни он... такой более салатовый. Вот такой вот цвет, слаймер. Поставим в сторону. Давайте вот сюда куда-то поставлять. Дальше у нас идет банка оранжевого цвета Montana Black. Оранжевый у нас джуйс. Так. Дальше у нас, кстати, немножко помятая тут банка, но я думаю, это ничего страшного. Розовая Montana Black, вот такой вот цвет. Вот. И напоследок у нас новая краска Domino. Никогда я не рисовал, она недавно появилась на украинском рынке. Будем пробовать вот такой вот коричневый цвет. В принципе, что тут еще сказать. Выглядит она, в принципе, неплохо, упаковочка, но тут я вижу обычный баллон белый, сверху вот наклейка домино краски, в чем-то вымазанная, короче, впечатление у нее не такое классное, как от Montana Black. Ну, посмотрим, на что она сгодится, вот. Так, ставим в сторону, вот такие у нас баночки. Так, давайте пойдем дальше, что у нас там есть. Дальше у нас идут капы стандартные. Вот еще колечко. Прокладка для того, чтобы не нажимались капы. Так, у нас здесь те, которые с оранжевыми пипками. Это от Montana Black стандартные фэткапы. Вот. Вот. И вот. Здесь еще каких-то два лежит тоже. Оранжевые фэткапы, не знаю почему, я их как бы не заказывал, но положили немного больше, спасибо, как бы вот на домино какой-то один пойдет. Дальше капы, которые я заказывал, 3 роза фэткапа. И один Montana Level 1 кап. А я заказывал еще Level 6, и вот вместо Level 6 они положили... Фэткап от Montana Black. Ну, пускай уже будет так. Не особо приятно. Хотел, конечно, попробовать фэткап прям такой широкий. Вот, как Астрофэт. И эта крышечка, по-моему, с доминошки. Неприятная ситуация. Ну, кап это как бы такое, это мелочи. Замен тоже неплохой положили. Просто у меня этих для Montana Black так полно. Хотелось что-то интересненькое. Ну, ладно. Тут вот такие вот прикольные штучки. Я уже знаю, что это, давно такое хотел. Так, первое это стикер-паки. Throw Up Cult. Раз, желтенькая. Потом два, черненькая. Потом такая вот наклеечка прозрачная. Montana Cans. Вообще классная. Думаю, куда-то ее прилепить. И вот такой вот стикер-пак от Уличной. Даже два. Очень классные. На самом деле мне уже нравятся. Здесь... Вот такая вот штучка и прикольная такая полицейская машина горящая. Как
Короче, классно. Вот такой вот еще стикер-пак. Думаю, точно придумаю, куда-то приклеить. Наклейки очень классные и стильные. И дальше тут идет под скетчи вот такая вот бумажечка. Ну, короче, напечатанная. Напечатан чек. Так, это вырежем. И здесь вот с другой стороны чек, а с этой стороны, короче, вот такой вот скетч, электричка вот такая, вагончик. И думаю, что-то обязательно здесь заскетчу, нарисую. Будет очень классно. Спасибо за такой, короче, подарочек. В принципе, я доволен, рад. И что тут еще добавить? Посылка классная. Будем тестить краску. Ну, я уже ее тестил, рисовал. Для меня будет новое только домино. Но для вас, я думаю, заснять обзоров и сравнение. Заснимем тест Монтаны Black. Заснимем тест краски Домино. Заснимем тест краски Уп. Монтана 94. Потом что еще? Короче, будет много тестов разных. Пишите в комментарии, что вы хотите увидеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много классных видео. Ну а всем спасибо, всем пока.